Расскажи, что ты делаешь? Малыша выращиваю. В Вайлдкрафте? Угу. А малыша кого? Лошаденка. Вообще-то это жеребенок называется. А я-то откуда знаю? Ну, у лошади жеребенок, у собаки щенок. Вообще-то у лиса тоже щеночки. Да, у лисы тоже щенок. Потому что лиса это из этих, ну, они из одного рода, или как оно правильно называется. Так вот. Вот. Угу. А у тебя уже лошадь боевая, да? Ну, типа того. Такая у меня с красными глазами. Лошадь? Да, это египетская одежда, вот видишь? Угу. Это все ты в египетской тематике играешь, да? Да. О, вот кабан. Ну, это мини-босс. И мне сегодня еще выпала вот эта вот одежда огненная, ну, маска. Угу. Теперь мне полный комплект огненный. Ну и вот эта маска вчера выпала. Ледяная. Ну, скинов у меня пока нету. Ой, сейчас меня убьют, могут убить. Давай, давай. О, стоп. Мы же можем куски большие таскать. И кого ты сейчас прокачиваешь? Ну, малыша. Малыш будет таскать еду. Это вся твоя панда? Пока. А с друзьями ты бегаешь? Ну да. Да? Но это пока моя семья. А бегаете вы где-то на арене, да? Ну, бывает на арене. А сейчас ты пока с своей семьей бегаешь, да? Угу. Понятно. Все. Победили? Нет, я дала ему покушать. А, чтоб он подрос? Да. Жеребенок съел кабана? Нет, траву. А, траву? У лошадей тут не мясо, а трава. Трава? Да. Ну, кого-то вы опять напали. На лис. Они у меня как раз по квесту. Ну, какие у тебя кровожадные лошади, слушай. Они и есть кровожадные. Да? Звери. Лошади? Ну, да, они вообще такие строптивые бывают. О, еще тут кусок. Что-то у них зеленое такое. Это трава. А, это трава? То есть я правильно понимаю? Победили лесу, появилась трава, да? Да. О, как интересно. Ну, у меня пока нету голубых доспехов, так что я пока так одела. Да? Да. Угу. А я на кого похожа из знака зодиака? На овна или козерога? На овна. Овен – это баран. Там же, видишь, бараньи рога, закрученные. Ну, у него закрученные, у меня не закрученные. У него вниз закрученные. А козерог, подожди, а если у него... У него рога есть. Не-не-не, это понятно. Соответствие среди животных есть у него или нет? Или это выдуманный персонаж? Не знаю. Ну, тоже не знаю. Ну, я, наверное, овен. Сейчас овен, да. Уровень повысила. 113 уже. О, уже малыш третьего этапа. Так. Так, мне остались по квесту только олени. Где? А вот. А, ты квест проходишь? Да, вот, видишь, мне еще пять. Пять оленей нужно? Да, но я два нашла. Если что, вот эти мини-боссы тоже засчитываются. Угу. Ну, то есть сейчас я победил? Нет, я буду глушить. Наверное, надо питомца взять. Угу. Да, с мини-боссами, наверное, минуту надо справляться. Кого вот эта маленькая семья? Это олень мини-босс был, да?
Да. Вот, вырос, то у меня есть лошаденок. Другой только семье. Да? Да. Олени, вы где? Олени. Олени. Олени, да? Олени. Олени. По-моему. По-русски олени, по-украински олени, да? Да. Олень, олень. Я тоже могу стать оленем. Трансформация. Ага. Только не так, но я буду пушистый. О, вот два оленя. О, как раз тебе квест закрыт, да? Да, и мне дадут один эпический ключ. Кого дадут? Один эпический ключ. Эпический, да? Эпический. Эпичный. У меня тут почему-то квест забагался. Я прохожу вот этот квест, ну, вчера прошла, а он заново. А, то есть он не сохранился? Да, да? Не сохраняется, хоть я играю на лошади. Вот, видите? Угу. Давайте откроем один эпический. А, ты уже победила? Да, ничего. Сразу двоих? Да. Ничего. Ничего не дали, да? Да. Ну ладно. Всем пока, до скорых встреч.